Ну как, а в этих красных очках я похожа на строгую училку? Быстро ставь лайк, если хочешь перейти в следующий класс. Всем привет! Если вы думаете, что рисовать на природе, в метро или где-то вне дома у вас не получится, потому что рядом нет источника питания, то есть розетки, то вы глубоко ошибаетесь. Та-да-да-дам, представляю вам вот такую ручку, которую мы купили на сайте gearbest.ru. И она позволит вам рисовать где угодно, где вы только захотите, потому что у ней есть USB-переходник. Вот такая вот ручка, вроде обычная 3D-ручка, но самое главное, что у нее есть USB-вход или выход. Вот. И при помощи любого пауэрбанка вы можете рисовать. Главное, не забудьте его дома зарядить. Ну вот, она уже заработала. Включилась. Это наш источник питания, от которого работает ручка. Ручка у нас разогрелась, и ключевая особенность в том, что если нажать на кнопку подачи пластика два раза, то она будет работать уже без нажатия. Вот так. Вот два раза. Вот два раза я уже не нажимаю, а пластик, подача пластика работает. Попробуем нарисовать очки. Купить эту ручку можно на сайте gearbest.ru, и ссылочку я вам оставлю в описании. Итак, буквально за несколько минут при помощи нашей 3D-ручки мы прямо на открытом воздухе, в парке, где угодно вы можете быть, например, даже в метро, и нарисовать какую-нибудь вот такую поделку, игрушку, и просто провести веселое время с друзьями. А как вам вот эти голубые очки? Какие мне идут больше? Ну и пока мы гуляли в парке, я нарисовала несколько очков. Вот такие, вот такие. И вот такие. Также вы можете нарисовать различную бутафорию. И у меня черновичок. Вот. Например, всякие усы смешные. Прилепить их на двусторонний скотч и сделать смешные селфи со своими друзьями прямо на природе. А теперь я почти Михаил Боярский. Тысяча чертей! Всем-всем-всем, кто не любит сидеть дома, приобретайте ручку по ссылке в описании и рисуйте где угодно, вне дома и из дома, если нет света. Как здорово на природе после дождя, весело поют птички, и мы рисуем 3D-ручкой. И если вы так же, как и мы, любите проводить время на свежем воздухе, то быстро-быстро ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео, а я пока позагораю!